Привет-привет, друзья, с вами Saints, мы команда, мы играем вместе с Кейт. Кейт, вы знакомы, а с остальными еще успеете познакомиться, я думаю. Идем без танка. Без танка? Ну, блин. Смерть уже рядом. Будем смотреть, спасибо. Будем умирать. Играю на Рейнхарде вообще. Что? Я на Рейнхарде вообще не играю, так что у меня танка вот такого можно не ждать. Так. Выходим сейчас не на точку и старт через 40 секунд. Можно Свина, можно Зарю, можно Диву, можно... Кто там еще? Перечисляй всех танков. А здесь нужен Рейнхард. Да, Рейнхард. 30 секунд. Я стою здесь, но вы смотрите, чтобы они через низ не пошли сюда. Я держу правый. А я буду балкончик слева крыть, потом блинкануть обратно. Чего мы ждем? Ну, вдова, держу правый центр. Ага. Главное далеко там вперед не уходить, похарасить их немножко на выходе, на входе и все. Потому что нам нужно защищать и не атаковать. 3, 2, 1. Начинается атака. Защищайте объект А. Так, пойду, они пошли, пошли. Я вижу, пошли. Кто там пошел, интересно, Макри? Может, вперед пройти? Блин, не успела. Отлично. Да я еще думал, первый дамаг как бы раздадут, покуда бежать будут. Более что слева. Там они наверх пошли. Лева под. Справа входит. Справа входит, пацаны. Отлично. А, я жив, я жив каким-то образом. Отлично. О, здорово как. Папа, лечить? Я бы не отказался на вышке сзади. У меня хитов мало. Так, валим. Отлично. Все. Пожалуйста. Не сурта. Спасибо за хил. Давай, снесла. Не-не-не-не, спасайся. Мой хил все не вылечивает. Можно меня? Спасибо. Или вдова? А кого скушала? Там сверху вдова. Сверху? Ну, прямо напротив окошка, ты бастион сидел. На крыше. Вижу. О. Спасибо за этот. Ой, тут Дива. Тут Дива. Отлично. Ух, разбираем пока. Все подгорают, нужно пойти ультануть куда-то. Нет, семья, пойдите сюда. Ой-ой-ой. Снайпер снова там. Где там? На центральном. А, блин, почти. Ну, колено ушло. Черт, забрали меня. Ну ладно. Ой, меня атакуют. Назад, вот, вот. Сбоку, сбоку Дива. Сбоку Дива. Герои не умирают. Блин. Ох, вы нам сейчас воскрешение там. Воскрешение на бастиона потратил. Да и все равно не страшно. Так, друзья, надо попытаться ломиться сейчас сверху. И толку никакого, офигеть. Никого там не было, обалдеть. Что ты говоришь, что не слышишь? Нет, нет. Неужели возьмут? Взяли. Нет. Взяли. Еще засвечиться не могу здесь теперь. Чат. Это мое проклятие. Хм, ну ничего. Думаю, с топорнем.
там закидывают. Мы на месте. Так, друзья, у нас пока 7 к 2. В целом-то оно как бы нормально. Ох ты ж. Жесть какая. Хорошая. Машинку толкают толково очень. Я... Ты как говоришь, всегда хорошая стенка, я не понимаю, это сарказм или тебе наоборот? Конечно, это помешало. Я думал просто, что закрыть тебя от врагов, думал, там идет. Пробегаем. О, телепорт. Сообщение налажено. Сейчас, раз. Угу. Утонул, блин. Красавец. Уж скотина. Два макри. Могу только одну воскресить. Спасибо. Где назад? Офигеть! Что вы умираете слишком поодаль друг от друга? Что-то макри раздражают. Да, он как-то жесткий. Мое проклятие. Снипа раздражает намного больше сейчас. Потому что нам нужен танк со щитом. Если сейчас мы не везет снова, я возьму танк. Сверху, справа, этот мак. Да как же я его не добил, я же дрожу копашкой двинул. Твою медь, ладно. Макрей снял. Костюм-то. Копи сейчас наш. Подкинулся с колеса. Раньше я не откинулась. Да, вдова раздражает так. Отлично. У нас теперь два танка. Да. Ну, по факту один заранее. Ой-ой-ой. Забрал снегу. Сверху Макри и Рот Джанкред. Вот что-то у нас. Здорово. Но мы как-то собрались. Тачара просто нормально взяли. Сверху нужно как-то забрать Макри. Да, его же... А, его тут нету больше. Я поставлю стенку туда на вход. Хиляй, 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 стак и ульту. У меня есть ульта. Если они будут заходить в кучу, я накину свою. Сейчас расплат. Раскрешать? Нормально. Спасибо за отхил, кстати. Хорош. Макри снова у нас на базе. Нет, его же только что убили. А, нет, он бегает. Далеко, 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 назад. У нас два макри. У них два макри. Все, я разобрался с тем. Угу. Твою ж. Блин, без воскрешения сейчас протащит очень знатно. Черт, 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 черт. Еще.
Сейчас наберет сколько. Блин. Осторожно, красавчик сверху сейчас будет. Блин. А как ты какие так сложили? Я не успел спрятаться. Я не успел спрятаться, она сама себя. Сама еще умерла. А, как их сложили? Вот это хазу. Копи аккуратненько, потому что сейчас очень надо. Поздно. А кого ты воскресила? Там было горело два человека, но пока нажала кнопочку, уже кто-то там открылся, походу. Держите пейлот, держите пейлот. Ура! Фу. Мало нахилило, собственно. Отлично. Лучший момент матча. У нас пол игры не на ком было хилить. Господи, ну, какая злая женщина. Вообще, пацан. Так я же говорю, это просто жесть был. Ну ладно. Будет сама лайк. Эпический матч. Все идет по плану. Да, асимметра, конечно, она злая, если не попадать по ней. А возьму-ка я, наверное, Райнхарда, чтобы крыть нашего бастиона. Окей, идет. И меня. У нас ДД вообще. Два. Бастиона хватит. Если выстоим правильно. Правосудие свершится. Если выстоим, скорее. Скоро у меня будет много работы. Эх. Ну что, сейчас... Сейчас посмотрим, как снайпер придет. Оформим еще матч. Комната будет. Да. Окей. Не волнуйтесь, друзья! Вы под моей защитой! Тебе не принципиально, с какой стороны стоять? Я готова. Мне? Ну да. Нет. Что ты имеешь? А, с какой ты стоишь? Да, чтобы там, я не знаю, ну, лучше. Лучше ты стой там, где стоял. Слева отлично, потому и что... И не очень хорошо тырится, когда ты ближе. Тебя автоматически выбирает. Начинается атака. Защищайте объект А. Слева идут. Нормально, стоим пока. Ой, аккуратненько. Барьер 200. На пизредку пошел. Я не успеваю тебя хилить, убегай. Щит заканчивается. Все. Окей. Перезаряжай щит полностью. Ну, да я беспокоюсь, что в тебя влетает. Перезаряжи пока. Есть. Бегут через низ. Кинзи там убил, но... Ну, короче, только он проскочил. Ой. Есть ульта. Ставь. Отлично, бастион разбирает. Да, две турельки убрали. Сзади Гинди у нас. Аккуратненько. Совсем сзади. У снипы сзади. Отходим. Меняем позицию.
Раскачать одного? Нет, копи пока, подожди. Перезаряжаю. Я чуть в домике. Венди наверху. Они зашли справа. Вон сверху идут. Блин. Воскрешаю. Давай, давай, давай. Курья пошел. Сейчас там ходит. Костя, у нас спасли? Да они просто сзади нас ходят. Да. Ворвались. Эх, раздавали. Немножко не хватило до ульты. О, так бы раскидал. Сообщение налажено. Врываемся, врываемся. Объект потерян. Новая позиция обороны. Объект Б. Ливень возмездия. Ну что, совсем слепая была? Да, смешно. Отходим, отходим. Давай, 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 я же специально стою. Устанавливай. Заходит справа. Щит. Есть ульта. Справа держите. А, нет, справа нету? Ищи. Ой, накидывает сюда прямо. Классно, фара улетела. Ну да, их я под, ну, подамажил вот так. Справа заходит. Вот теперь справа за. Солдат слева еще один есть. Справа. Зарю вижу. Я боюсь, что она будет летовать. Блин, ладно. Иди сюда. Да, ничего страшного, противник пригвожден. Иду. Здесь минуту держать здесь, конечно, будет очень нелегко. Что, она совсем не туда? Пустое место, что ли, там? Он что-то кнопочку перепутал. Справа солдат. Байерс, скоро у тебя ульта. У кого именно? Байерс, видел. Да. Торндиор. Справа. Посматривайте, кроме меня, кто-то еще, пожалуйста. Турелькер поставь. А, как у меня. Не умирайте, 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 блин. Не успел даже ничего сделать. Держите, сейчас я свиту ворвусь. Блин, да что ж такое? У меня ульта есть нормально, как бы, но 4 минуты еще, да, долго. Спасибо. Справа Генджи проходим. Справа Генджи. Он тебя стоял, расстреливал в голову. Вы у меня в при... Брал солдат себе. Ой, извиняюсь. Ой, стреляется. Несколько. Есть. Отлично. Справа Генди.
Если он возьмет, то я его убью. Да, наверное, предполагаю, что я здесь. Огонь по готовности. Кинжи забрали, хорошо. Кстати, прочь, там, нормально. Нормально. Че, никто кроме меня на центре нет? Пора, иди сюда. Да ё-моё, как она тебя пробила-то? Слева стоит Зиньята, просто вот в зичах раскидывает. А сверху стоит Фара, раскидывает прямо на выход. Держись, держись, держись. Перезаряжаюсь. Сверху стоит Зиньята прямо над нами. Да блин. Помогла по чуть-чуть. Видимо, нет. Но я кого-то сделал, но черт. Но вообще это не повлияло. Подержитесь, не сходите с точки. Неужели мы вытянем это дело? Помощь, за меня прячься, ну... Ай-яй-яй. Ждем. Справа заря бегает. Сейчас. Офигеть. Так, ну Кать, ты копи сейчас ульту, тебе нужно быстренько ее набить. ВП есть. Только меня немного откинули, но я сейчас воскресну. Да охренеть. Бегу, бегу, бегу. Быстрее, быстрее, быстрее. Все, тут уже полный пак у них. О! Да ладно, давайте. Бейте его и все. Это было офигеть, как напряженно, но классно. Приготовьтесь атаковать. Можем в две фары попробовать прорваться. Это работает? Две фары, да. По крайней мере, на первой точке. Ну, если достаточно напряжения есть. Ну, давай попробуем. На анус противника. Если, так, конечно, Гэнджи умеет играть, можно таких всяких штук наворотить. Я когда за Гэнджи играю, постоянно забываю о том, что он на shift быстро бегает. А, быстро бегает? Ну, он бегает раз во сколько там? 10 секунд? Не, она перезаряжается, если она убивает. Да? Нет, именно это я и забыл. Угу. То есть, если она убивает, то все. Перезарядка ноль. Прикольно. Время убивать.
кстати, Люсио как-нибудь можно эффективно пользоваться бегом по стенкам? Он вот для прикола сделан, либо для практического какого-то применения? Мы недавно видели видео про Спайдермена Люсио. Как он там по колоннам бегал в этом же, на этой карте. На самом деле, есть захват точки. Не помню, на какой карте есть захват точки. Там можно, короче, в центре колонны есть. По колонне по этой бегаешь сверху и даешь захватывать специальную точку. Вот мы играли на Илиосе. Там Люсио противника на руинах. Он там вот бегал по колоннам, поэтому я в него хер попасть мог. Что-то тихо. Я чувствую западни. Так, без тёмного. У них тоже фара и свинту стоит слева. Внутри. Так, не умирай, пожалуйста, обезьянка. Сейчас, секунду. Обезьянка, все. Танку убили. Мы без мерки не выживем здесь, нам нужен лес. Сбоку вражеский свин. Вот фара сразу слева в этом проходе. Да, Кай, слышала? Попробуешь? Что? Что, не что, слышала. Что? Мы без леса здесь не выживем, нам нужен лес. Сейчас умру и резнусь. Снова в строю. Забрал. Я бы с бастионом забрали здесь. Берем. Отсюда вперед. У них даже нет, один там упорота летает вдалеке. И быстро на вторую точку теперь. Они не идут вообще, они дефы уже ее. Мама, турелька там же, где я. Если там. В углу право. Вот так у меня чуть впереди вражеская турель. Зато у меня есть дискорд. Зато бастиона у них нет уже. Турелька стоит справа, вот как где мы стояли в конце с бастионом. За углом слева, точнее, я соврал вам. Слева за углом. Да, для нас слева. Черт, мою ульту забрали. Есть ульта. Не, здесь молк на кора. Танк пошел. Да. Ну там в пустоту, считай, разрядился. Только... Помогите, фанверно, пожалуйста, блядь. Да, спасибо. Нормально. Черт. Можно брать, у них там только выходит. О, блин. Вот туда турбьёт нам. Уйди, уйди. Уйди. Как здорово фару сняли в ульте. Это что еще такое? А. Так, беру ангела. Да, нам бы здесь ангела мы уже вытянули. Ангела вызывали? Нам вот сейчас именно не хватило, а если нормально все было. Байерс, осторожно, сейчас я к тебе. Один пуш нормально. Держу по центру их. Никак не могу ульту завязать. Я подставляюсь, но стакаю ульту на мне. Что меня не убивает, делает сильнее. Дыхание смерти. Не хотят стрелять. Никто тебя не хочет убивать. Ну да, сигналку либо на меня. Давайте зайдем тогда, что ли? А, там две свиньи, аккуратней. Ничего себе, как-то мне диким образом через текстуры подтянуло. Из-за неё-то, скорее всего, произойдет.
а потом запутся, поэтому... А надо разлететь их, потом, ну, накопить свои, ворваться. Я не чтобы... Минус два, кстати, можно войти. Попробуйте. Но две свиньи в противоположных направлениях специально одновременно. Сначала одна. Как-то сильно рано ультануло. Сколько ты воскресил человек? Я думаю, мы сейчас... Двоих, по-моему. Или одного. Я думаю, мы сейчас просто захватим на парах. Намного лучше. Ждем их, харасим просто. Что такое харасим? Напрягает. Пугаем. Да. Сбил вдову. Забрал. Да, под... Подожди. Да что? Надо турель снести в первую очередь, иначе он Молтон Корп приезжает. Попробуй пока я тебя... Ой-ой-ой. Я помертв. Как призрак из тьмы. Катя, что с ультой? 80%. Свинья, осторожно. Можно врываться, одной свиньи. Одна, вторая, блядь, а вторая занята на центре далеко. Снайпер, блин. Черт, снайпер сидит еще. Да где снипа? Прямо на точке бегает, прямо по центру стояла. А, надо ждать всех остальных. А, короче, ну, врываемся, не юзаем ни одной ульты, просто, короче, дохнем в одной точке. Катя живет по максимуму. Через куда мне выходить? Ну, как сдохнем, короче, чтобы воскресить. А у тебя ульты только нету, подожди, накопи сначала. Короче, нам нужно их разультить, там всякие молотые горы и прочая фигня, потом нас только резать. Я боюсь, что они могут меня просто на пусто. Давайте, заходим. Семья вышла сзади. Так, одна ульта пошла, кстати. Все остальные сливайтесь на точке. Турельку убил, но... к точке. Воскрешать? Да, да. Сколько там минус? 3. 4. Блин. Минус 4 было. Мы как-то не синхронно сдохли. Надо сейчас активнее вломиться. Так, минус 2 там кто-то сделал сразу. Ну как минимум... Ой, это, прожал ульту. Дзиньята прожал ульту свою. Ну, вообще тогда значит полетели. А, там есть резерв, да? Есть. Я не знаю. Ждём Катю, залетаем. Я здесь. Я через бок буду выходить. Так, я готов. Я минус ульта тоже. Да. Пишать? Нет, там же двое пока только мертвые. Ребят, надо как-то нам активнее. Я уже вас не воскрешу, я вас уже не воскрешу. И второй свиньи сейчас будет ульта, поэтому осторожно. Соберитесь, нормально, сдохните, централизованно на точке. Да, давайте, просто сдох... Давайте, брово. Так, он и здесь, добежал, погнали. Скакали, да. Вперед. Катя, готовься. Я через бок ухожу. Все, все сдохли. Поднимайтесь. Давай, давай, поднимай. Отлично. Вот это огонь. Молодец, Катя. А я чё, я просто... Кнопку нажал. Лучший момент матча. Это ты неубиваемый. Даже не нужно будет. Просто всех порешал. Отлично. Можно было не ресоваться. Или как там говорится. Эпический матч. Не, ну лучше было бы, конечно. Да. Я ж долго захватывал бы, например. Ну что, все, теперь все остались. Вот теперь полное доминирование, да. Это точно. Да. Все, спасибо, ребята. Спасибо. Да, спасибо за компанию. Пока. Счастливо. Пока. Ну что ж, друзья, вот так вот мы закончили только что играть с товарищами в полном составе. Это было нереально круто.
Если вам хочется таких еще матчей, обязательно пишите об этом в комментариях. Ну и, конечно же, голосуйте лайками и подпиской на мой канал. А я постараюсь организовать еще нечто подобное. На этом я с вами прощаюсь. Пока.